Издательство Бомбора. Океан книг. Светлана Бронникова. Интуитивное питание. Как перестать беспокоиться о еде и похудеть. Современные стандарты красоты безжалостны. Красивый значит худой. Пытаясь соответствовать этим стандартам, миллионы мужчин и женщин хронически изводят себя диетами и надрываются в спортзалах. У такого метода похудения есть начало, но нет конца. Чтобы сохранять форму, нужно все больше ограничивать себя в еде и увеличивать физические нагрузки. Остановиться нельзя, наберешь вес. Цена такого образа жизни – пищевые срывы, когда в одночасье съедается огромное количество запрещенных продуктов и эффект йо-йо. Когда вес то набирается, то снова уходит. Группой сопровождения выступает неустойчивая самооценка, особенно телесная, депрессии, тревожные расстройства. Еда вместо одного из удовольствий жизни становится источником постоянного и огромного напряжения. Не нужно думать, что расстройствами пищевого поведения страдают только истощенные анорексией юной девушки или страдающие крайними формами ожирения клинические обжоры. Стройные мужчины и женщины мучительно не могут уснуть, потому что не сдержались и объелись, или наоборот, только что сели на очередную диету и ужасно хотят есть. Ровно так же они страдают в примерочных магазинах и у зеркала, потому что чувствуют себя жирными. Современная культура очень жестоко предписывает людям быть стройными и вместе с тем предлагает огромное количество дешевой, доступной, навязчиво рекламируемой и вкусной еды. Стройность, как она понимается в современной культуре, то есть фактически дефицит веса, противоречит физиологическим основам здоровья. Дефицит жира в теле и переизбыток белка в пище, а эффективно удерживать вес ниже собственной физиологической нормы можно только при переизбытке белка в рационе за счет углеводов и жиров, ассоциируется с преждевременным старением, раком груди, развитием диабета, остеопорозом у женщин, бесплодием. Чтобы женщина была способна к воспроизводству, нужно быть хотя бы немного в теле. Исследования африканского племени бушменов показали, что женщины племени беременют исключительно в сезон дождей и сразу после него, когда племя без труда обеспечивает себя питанием. В сухой сезон женщины постятся, худеют и естественным образом становятся временно бесплодными. Чрезвычайно разумно, ибо в этот период трудно было бы выкормить родившегося ребенка и накормить досыта кормящую мать. Еда – самая первая метафора любви самые первые отношения, которые строит родившийся человек. Ребенок, припадая к груди, получает сразу и пищу, и тепло, и защиту, и любовь. Именно поэтому нарушение отношений с едой всегда заставляет взглянуть на другие отношения в жизни человека. С партнером, друзьями, детьми, родителями, но самое главное – на отношения с самим собой. Сильно огрубляя, можно сказать, корень расстройств пищевого поведения в нарушении отношений с самим собой, в невозможности любить и принимать себя самое. Для многих из нас пища становится психотерапевтом, утешителем, универсальным решением проблем. Еда становится наказанием и спасением. Постепенно пища, ровно так же, как это делают наркотики и алкоголь, забирает себе контроль над человеческим поведением и подчиняет его существование себе. Для преодоления этой проблемы нет нужды в насилии и вечном контроле над собой, нужно просто научиться доверять себе. Люди, склонные к перееданию лишнему весу, обладают особым личностным профилем, схожими чертами характера, заставляющими их заталкивать внутрь собственные эмоции с помощью еды. От этого можно и нужно избавляться. Ими этому компульсивное переедание, только вот ненависть к своему жирному телу и слабой воле в купе с диетическими тисками путь тупиковый. Интуитивный, не диетический подход к питанию уже несколько десятков лет популярен в Европе и США. Современные исследования показывают его исключительную эффективность в стабилизации веса на уровне физиологической нормы и в способности долгие годы удерживать вес на этом стабильном уровне. Он основан на снятии запретов и страхов в связи с пищей, полном отказе от любых диет, не предписанных медиками в связи с теми или иными заболеваниями, и дает возможность телу проявлять собственную инициативу в выборе продуктов питания. Наше тело обладает собственной мудростью, позволяющей ему безошибочно выбирать пищу, наиболее подходящую ему в данный момент, соответствующую его потребностям. Тело отлично знает – сколько еды нужно съесть в данный момент и когда можно снова приступить к еде. К сожалению, с самого рождения нас приучают игнорировать эти сигналы, подменяя их внешними формами контроля, таблицами калорийности, пищевыми пирамидами, представлениями о том, что такое здоровая пища и правильное питание, которые регулярно меняются. Вопрос, который всегда возникает у людей, знакомящихся с этим подходом, Смогу ли я похудеть, отказавшись от диет и перейдя на интуитивное питание? То, что можно утверждать с уверенностью, ваше тело вернется к своему нормальному физиологическому весу и останется на этом уровне. Для многих этот вес ниже текущего, но не всегда. Чтобы спрогнозировать, как будут развиваться события лично для вас, попробуйте ответить на следующие вопросы. Часто ли вы продолжаете есть? после того, как ощущение комфортного насыщения уже наступило. Часто ли вы переедаете перед тем, как сесть на новую диету, осознавая, что на диете вы не сможете себе позволить есть все это долгое время? Случается ли вам есть, чтобы справиться с эмоциями или побороть скуку? Вы относитесь к тем, кто устойчиво не любит физическую активность? Вы занимаетесь спортом только когда вы на диете? Вам нередко случается пропустить прием пищи или есть только тогда, когда вы буквально падаете от голода и в результате вы переедаете? Вы испытываете чувство вины, если переедаете или едите нездоровую еду, что в итоге приводит к еще большему перееданию. Все равно уже все пропало. Если вы ответили да на все или на некоторые из этих вопросов, Ваш текущий вес может быть выше вашего физиологического веса, который ваш организм запрограммировал поддерживать самостоятельно от рождения без дополнительных усилий с вашей стороны. Весьма вероятно, что вы в состоянии вернуться к этому весу в результате перехода на интуитивное питание. Самое важное, что нужно запомнить. Снижение веса не должно быть самоцелью, поскольку переход на интуитивное питание ради похудения будет сильно мешать развитию вашей способности прислушиваться к внутренним сигналам организма.